Дорогие друзья, вашему вниманию представляется эксклюзив. Суперсхватка Абдулрашида Садулаева против Артура Таймазова. Два олимпийских чемпиона. Только один весит 125 или выше, а другой 97. Какие ваши прогнозы? Вот Артур. Артур защищается. Рашид в атаке, но проход многим не удался. Артуру Таймазову был на чеку. Русский танк. Чем ответит, в свою очередь, олимпийский чемпион Токио? Продергивает. Минута завершилась. Победила дружба.